Здорово, это Брил, и уже прошло почти полгода с того момента, как я проверял баг на ВХ, которому на тот момент было уже тоже почти полгода. То есть, в общем, этому багу уже, наверное, год. И спустя довольно долгое время я решил проверить, работает ли он до сих пор, потому что на тот момент был он, ну, очень жесткий. Не буду долго томить, не забывай поставить лайк и подписаться. А мы начинаем. На самом деле баг я еще не проверял, посмотрим, работает ли он, так что будет моя первая реакция. Для его запуска мы запускаем карту Map Model Breaker. Если что, ссылка на нее будет в описании, но сразу говорю, что за нее могут дать патруль довольно с большим шансом, если вы будете этот баг применять там на серверах в ММ, напарниках и тому подобное. После ее скачивания просто закидываете в папку игры, запускаем. Все, после того, как мы запустились... Не выбираем никакие команды, просто пишем disconnect. Просто я сейчас повторяю действия, которые я делал почти полгода назад. И будем также тестировать на карте кэш. Пожалуй, пока что запущу с ботами. Так, ну что же, момент истины. Пофиксили баг спустя почти целый год. Реально, столько обновлений вышло и... Баг не пофиксили. Все так же прекрасно работает, да, Valve. Не, ну это реально ломает игру. Кстати, самое интересное то, что в видосе у Мурза вот эта дверь, когда она была закрыта, то... По факту почти ничего не было видно, а в нашем случае хоть открыто, хоть закрыто, все прекрасно видно. Но опять-таки повторяю, за нее могут дать патруль, так что не стоит этого пробовать реально. Кстати, пойду я играть сейчас катку на кэш на том же аккаунте, на котором я это делал полгода назад. Ай, запустим кэш и посмотрим реакцию тиммейтов и врагов. А также я запускаю Known Prime, и если там попадутся читеры, а шанс довольно большой, мне будет интересно узнать именно их реакцию и что они на это скажут. Я, конечно, дико извиняюсь, но почему на Known Prime так долго ищет катку? О, наконец-то. Кстати, начинаем с сервисов, это реально огромный плюс. Сейчас, кстати, посмотрим, работает ли она до сих пор в ММ. Может, это был просто баг у меня именно в лобби. Да нет, все прекрасно работает. ММ. Нормально. Тут какой-то француз с 60-м левелом в Симе. Что-то забыл на Known Prime. 53 часа в CSGO. А. Ну понятно. Найс. Ладно, пока что нормально идем. Сверху, перпл. Сверху. Господи, господи, что это? Что, как? Ладно, это Known Prime, ребят. Ну что, я думаю, третий раунд можно начать простреливать потихонечку. Первый пошел. Он еще не понял. Очень стыдно, как с читами играть. Блин, даже как-то стыдно с этим багом играть, реально, как будто какой-то я читер. Вообще не палюсь, как бы, в дверь смотрю. Но мне кажется, они рано или поздно поймут и начнут аккуратнее возле двери ходить. Сейчас по-любому что-нибудь чат напишет. Говорил же. I don't have chats. А! Второго не успел забрать. Ну по факту уже нет у меня читов. Это баг. Имплант. Первый пошел. Найс, разносим. Поехали дальше. Сейчас зеленый мне инфу соберет. Че, может эйс? А, эй, застилили. Тупо по голова. Ай. Ай. Меня свои даже уже начинают атаковать. На. Че, это уже третий или четвертый килл через стену. Чуваки заставляют меня признаться, что у меня ВХ. Но они не понимают, что у меня на самом деле баг. Вот, блин, уже знают, что я тут. Раз. Все, изи. Блин, реально как-то очень стыдно вот это делать, но я делаю это ради эксперимента. В любом случае, несмотря на результат, я пытаюсь вывести катку на ничью, чтобы этот баг как бы особо не повлиял на эту катку. Кстати, за вторую половину его уже хрен применять можно. Там, потому что в сквик уже почти никто не ходит. Ваюхак. Вот даже когда я стреляю, имея калаш с винками в ММ, меня все равно обвиняют читером. Все, найс, минус 4, еще один. Мне уже тиммейт говорят, что я с щитами. Да. Так, надо раунды потихонечку уже начинать отдавать, потому что если мы возьмем 12-3 первую половину, то 15-15 уже сделать будет очень сложно. Отдам, пожалуй, этот раунд, пусть диффузит. Найс. Меня обзывают в чате. Я им тащу катку 21-5. Ой-ой-ой, как нормально меня прилетело. Так, там чел зарашил сквик, уже меня контрят.
Но зажим у меня все равно от бога, ребят. Все, теперь просто нужно сделать 15-15 или проигрыш вообще любыми способами. Я, конечно, довольно сильно им подсолил, так что надо отплачивать за свои действия. Самое интересное, запустил катку на новом прайме. Что-то не вижу ни одного читера тут. Найс. Нет! Ладно. Найс, 14 уже. Да за что? Все-таки получилось взять 15-15 чудом. Но мне кажется, меня сейчас вот этот тиммейт мой убьет. Все, ГГ. О! Вот такой вот ролик. Пиши в комментариях, что думаешь об этом баге. Не забудь поставить лайк и подписаться. А с тобой был Брил. Пока.